Привет, команда! Привет, зрители! С вами я, Пират. Мы продолжаем играть в Сома. Итак, в прошлой серии мы от безумного робота просто убегали, долго с ним разбирались, что там делать. А сейчас мы попали в центр связи. И что? What the fuck? Лучше к таким штукам не прикасаться, а то все взрывается. Как я к ним... Это Дельта Тауфи. А давайте мы это. О, это что? Непонятно что. Так, и последние. Какой еще апокалипсис? Они о чем вообще говорят? Тут у нас есть звуковые дорожки. Они на Тету улетели. То есть они на Тету улетели, значит звоним им на Тету. О, что-то работает. Алло, меня слышно? И чё, и мне тут больше некуда двигаться. Это мне не нравится. Ну давайте свяжемся со всеми, попробуем посмотреть, что там у нас. Я просто ничего не слышу. У меня тут ничего не происходит. Может... А, это я должен регулировать. О, так это я. Hey, are you there? I found the dome ceiling. Какой купол? Я вообще не понимаю, что. Oh, that's better. Simon, was it? О, да, я Jared, Саймон. Саймон, Джаред. Hi, Simon. I'm Catherine. Have you figured out what's going on yet? Me? Что? I was hoping you'd have some answers. I probably have some. What do you want to know? Where to even begin? I mean, what is this place? How did I get here? And why do the robots talk like they're people? Well, you're at Upsilon, clearly. Have you never been there before? Where did you work? The Grimoire in Toronto. Is that really important? No, I mean, where did you work at Pezos 2? I don't know what that is.
That's unexpected. Did you come directly from Toronto? Yeah, I did. And it was very unexpected. Have you seen any people? Like staff or field technicians? Only robots. Crazy ones. Except for one. I think he said his name was Carl. He was okay, but I'm pretty sure I accidentally killed him by turning off the power. Ну, бывает. Well, you know, robots don't feel anything, so... Ну, yeah. Большая проблема. What was that? No! What's going on? I think this place is about to collapse. What do I do? Simon, come to Lambda. How do I get there? Where should I? Oh, fuck! Упс! Я рычажок сломал. Я утону там сейчас, а я доволен, что я рычажок сломал. Нормально. Ух, вот это да. Вот это событие тут происходит. Я, кстати, не посмотрел, что там у нас по времени. Мы там где-то 5 минут парились. Значит, еще, ну, так, 10-20 минут можно поиграть. Буль-буль. Я буду управлять? Да? Я могу? Нет, я не могу, это видео. What the hell? How is this possible? This is insane! Безумие. А плавать на какую? Опачки. У меня появился какой-то костюм, блин, я прям супергерой какой-то. Человек-муравей. Эй, так башку подними, я хочу видеть, куда я попал. Я на дне. А чё тут красиво? Рыбки плавают. Сокровища где-то тут в кораллах валяются. Верно. Ну, а роботы? А роботы же умрут. Ламда, найти шаттл на Ламду. Хоть это мне напомнили. Это что такое? Шаттл. Где может быть шаттл? Боль. Ладно, побежали. Тут что-то врубилось. На-на-на-на-на-на. Что-то тут прикольно, мне нравится на самом деле. Я б тут все... Опа. Вы видите, там что-то впереди, что-то летает. М? Почему лампочки зажигаются, когда я к ним подхожу? Это вообще не круто. Привет. The machines killed Carl. Oh shit. Alright, calm down. It'll be okay. Can you get back to Theta? Yeah. I think so. I'll head for the show. А где он? Где он? Где он? Waiting for you. Он где-то тут? Алло. Скажи, где он? Come in, Theta. You better answer me, Strasky. Come on! Amy, where are you? The field. I had to leave. Is Carl with you? It all went to hell. Это я уже слышал. Sorry. Так. Вау, это акула. Ну, какая-то рыбка. Я думал, это что-то посерьезнее. Ты о чем? Прикольный робот, но я от него лучше буду убегать. А то он меня еще там что-то съест. Лампочка.
Что-то мне подсказывает, что я неправильно иду, да? Нам не сюда. Ты вообще-то робот. Он, походу, тоже думает, что он человек. Хорошо, что он глупый и не может за нами пойти. О, это что? Эпсилон Би. Нам это? Алло, тут есть вход какой-то? Нет, это... Эй. Это что? Да ну! Это голова какого-то робота. Как же тяжело этими камнями бросаться. Ну и... Этот камень не берется. Ну? Hello, я тебя не могу поднять. Чё ты своей этой штуковиной? Не мелькай, а то нас увидят. Я бы не хотел, чтобы нас вместе увидели. Так, вот этот камень не подбирается. Это глюк игры или что это? Не работает. А походу, если я это не сделаю, дальше мне некуда. Хотя, давайте пойдем дальше. Так, тут ничего нету. Возможно, это был просто какой-то прикол. Куда идти? Вот тупой робот. Включи датчики. Так. Он там долбится головой об эту штуковину. Тут больше юмора, чем страха. Что-то мне не страшно. А ну напугайте меня хорошенько, чтоб я уснуть сегодня не мог, а? Выбрал же я себе игру, да? Вечером. Это хорошие роботы, они ничего плохого не делают. О, мы куда-то пришли. Пип. Пип. Заело что-то. Может, туда чем-то луп... О, тут что-то есть. Так, сейчас будем разбираться. Нормально. Просто все выдергиваем и все работает, да? Отлично. Отлично, всегда бы так. Я, пожалуй, я запрусь тут. Я не хочу, чтобы кто-то сюда пришел. Заперто? Выпустить воду! Правильно. Этот звук ужасен. Алло, я завис. Не надо. Let's hope the shuttle still works. Мне бы сюда фонарик не помешал. Where did I get a flashlight?
Captain Theta. Происходит. I'm at the shuttle, but it's not looking good. The lights flicker like mad. I think the power regulator is broken. I have to fix it. I don't want to get stranded halfway to Theta. What was that? I can't hear you. Don't worry, I'll fix it somehow. Ну, отлично. Это что такое? А, это метро. Ну, как метро? Ну, вы поняли, метро. И... снова эту штуку. Она меня засасывает сейчас. А зачем прикасаться? Тоже мне, умник. Записочка. Всем вот этого, одно вот это, какая-то фи... И эльф. Не, ну это не эльф, конечно, но... Ну ладно. Планшетик. Декларация о столкновении. Видео, давайте играть. Это читать. Чё тут еще есть? Канистра и двигатель. А, это бутылки какие-то. Я без понятия, что с этим делать. Ну уже. Долбаная дверь. Не работает. Как мне ее открыть? Сюда тоже не перепрыгнуть. Может, мне стоит разбить ее, хотя это плохая идея. Ой, стоп, нет, 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 нет. Так, а что тут? На-н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 а. Будем все крушить. Не, так не работает, печально. Ага. А мы можем вот это сюда залить. Нам нужно электричество. Как добыть электричество? На канистру. Не работает, ничего тут не работает. Электричество, электричество. Может долбануть туда? Нормально. Это вообще что такое? Какая-то комета упала в Тихий океан. Ну и... снова я туплю... Так вот куда мы можем пойти. Сори, ребят, я что-то сразу не понял. Нет, туда мы не можем. И сюда мы... А, можем. Ха-ха-ха.
Вот тупой, пока до меня дойдет, куда нужно идти, пройдет 100 миллионов лет. По туннелю, мы бежим куда-то. Лучше б я туда не смотрел. Так, что тут у нас? Ты жива? А давай мы тебя отключим. Ну а чё? Нормально. Всё? Алло. Походу ей плохо. Её не спасти так. Тут ничего нету, походу нам назад. Теперь у нас будет электричество. И пофигу, что мы убили какую-то тётушку из-за этого. Так. Электричество наше все. Как же мы будем без ноутбука? На-на-на-на-на. Так. Ура! Опа! Все, да. Пусти меня. Та-та-та-та-та. И... Отлично. Поднять закрылки. Что там еще? 3, 2, 1. Пуск! А, блин, я думал, мы уже полетим. Эпсилон. А куда нам надо? Дельта, омикрон, тета. Тау. Фи. Нам нужно в Тау, походу. Персонал 4 человека, 4 человека, 24. 8 нет. Вот сюда бы мне на самом деле, там больше всего человек. Мне в тету какую-то надо. Что-то такое. Ух, не знаю, куда мы прилетим. Ох, наигрался я. О, привет. Has now become home to the Omega Space Gun, the world's most affordable way to launch satellites and deep space probes. Our unique location allows for this gigantic coil gun running longer than презентация какая-то. To safely launch projectiles without risk of damaging the payload with risky combustion. The station has multiple sites and has a diverse staff of engineers and scientists. Together they are able to produce, assemble, and launch the world's most sophisticated spacecrafts. In addition to Bathurst 2 is also the home for multiple research projects within the marine sciences, including hydroculture, turbulence, and deep sea construction. We are now leaving Upsilon for Lambda. Lambda is Bathurst 2's shipping dock and transportation hub. There you will be able to find shuttle trains leading to all the other parts of the station. Это мы сейчас идем на лямбду или... Или мне надо на лямбду? Я честно, ребят, не помню, куда мне надо. С этой всей Ну, отлично. Тормози! Разбились. Уже в какой раз? Уже второй раз. За игру. Первый раз мы на автомобиле. Что за истребители? А походу, куда бы я ни нажал, мы все равно разобьемся.
как отсюда выбраться? Так, это я заберу. Тут должен быть какой-то огнетушитель. Это что такое? Какой набор для ремонта? Я тут вообще-то попал. Где-то что-то должно быть. Я разобью это стекло. Чем? Чем можно? Вот этим? Это не берется. О, нормально. Отлично. Что ж, на самом деле я бы, думаю, хотел тут завершить. Что за телефон звонит? А, это в игре все-таки. Ну что ж, ребят, спасибо, что смотрели. С вами был я, Пират. Если вы еще не вступили в команду, жмите на кнопочку подписаться. А на этом будем завершать. Всем пока.